Доброго всем дня. Давайте посмотрим, что нас сегодня ожидает. Ну, сразу же у меня король выпал. Так, король был. Действуйте решительно сегодня. Давайте мы его положим. Сегодня действуйте решительно. Принимайте решение быстро, долго не думайте. То есть это сегодня как... да, и второй тоже у нас и королева монет. И тогда будет вам счастье. Тогда будет все, что вы задумали, все осуществите. То есть сильно не думайте. Нет, думать, конечно, всегда надо, но все же то есть, нужно принимать решение быстро, взвешенно, быстро, оперативно. И приспосабливаться быстро к условиям нужно. Предложения, которые сегодня поступают, принимайте. Они принесут благо и деньги. Так. Что-то новое сегодня идет, новое, что-то новое, но оно такое, знаете, незавершенное старое. То есть что-то всплывает из прошлого, и нужно будет эту проблему решить. Вот, наверное, да, вот которые сегодня всплывут проблемы, вот их нужно решить сегодня, чтобы окончательно и уже не возвращаться к этому вопросу. Да, даже применить в некоторых случаях усилия, но все, вот король. Туз Пентаклей говорит о том, что удача будет вам сопутствовать во всем. И к тому, что вы сегодня приложили усилия, что задумали, все осуществится. Счастья вам, удачи, помощь высших сил. И все у вас исполнится. Сегодня замечательный день. Не сомневайтесь. Да, кому-то бежит решительно король. Мужчина, он такой огненный знак зодиака, но к этому привязываться не надо. То есть имеется в виду натура страстная. И нужно реагировать на это спокойно, то есть это вам по судьбе, и этот мужчина принесет вам счастье в дальнейшем, то есть это если новое знакомство, либо это кто-то из прошлого всплывет, да, но в любом случае этот мужчина вам по судьбе, и в дальнейшем с ним могут быть очень серьезные отношения, вплоть до брака, предложение руки и сердца. И союз такой по судьбе на долгие-долгие годы. Мужчина вызывает жуткую страсть. Ну и, в принципе, он очень сильно вам увлечен. Возможно, он долго об этом как-то думал, скрывал. И сегодня он прям вот выскажет все, что думает по этому поводу. И о всех своих чувствах. И что-то, может быть, накопилось у него, какие-то претензии к вам. Сегодня страстно увлечен, вам обо всем расскажет. То есть и в делах день такой удачный очень, и в личной жизни все стабильно, все спокойно. Ну, как стабильно, спокойно. С элементами страсти, но оно по судьбе, оно приведет вас к исполнению ваших желаний, мечты, даже то, о чем вы не подозревали. Будет вам счастье, деньги, удачи в придачу. Доброго всем дня!